Гиперборея – цивилизация, название которой переводится с греческого «за пределами северного ветра». В индийской Ригведе и иранской Авесте, в китайских и тибетских исторических хрониках, в германском эпосе и русских былинах, в многочисленных мифах и легендах разных народов мира описывается северная страна с северным сиянием, полярной ночью и днем. Согласно древним представлениям, именно с севера некогда мигрировали предки современных этносов. Ученые утверждают, там, в Гиперборее, прародина всех живущих, таинственная, загадочная. Долгое время считалось, что прародина всех цивилизаций и мировых культур находится на Ближнем Востоке. В 18 веке французский астроном Жан-Сильвен Бои научно обосновал, что все имеющиеся наработки древних опираются на еще более ранние достижения неизвестного, потерянного народа, обладавшего высокоразвитым знанием. Анализ астрономических расчетов показал, народы южного этноса ранее обитали в северных, нередко полярных широтах. Древние божества Осирис, Адонис, Аполлон олицетворяли Солнце. Миф о воскрешающем и умирающем боге говорит о Солнце, а оно, как известно, только в северных широтах на несколько месяцев скрывается за горизонтом, уступая место долгой полярной ночи. Бои рассчитал, что 40-дневный цикл, предшествующий воскрешению Осириса, соответствует умиранию и воскрешению Солнца на северной широте 68 градусов. Эта параллель проходит по центру Кольского полуострова, пересекает Ямал и Обскую губу, а также обширные территории Западной и Восточной Сибири. Именно здесь стоит искать прародину египтян с их солнечным культом Осириса. В 21 веке российские океанографы установили, что в промежутке 15-30 тысяч лет до нашей эры климат Арктики был мягким, а Северный Ледовитый океан достаточно теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте. Примерно к таким же выводам пришли канадские и американские ученые. По их мнению, во времена Висконсинского оледенения, около 70 тысяч лет назад, в центре Северного Ледовитого океана располагалась зона умеренного климата. В 2004 году зарубежное исследовательское судно с помощью двух ледоколов подобралось к Северному полюсу на расстоянии всего в 250 километров. Изотопный анализ углерода в пробах грунта со дна океана показал, что 55 миллионов лет назад вода в этих широтах прогревалась до 24 градусов. Этот вывод подтверждает карту фламандца Герарда Меркатора. На ней изображен огромный материк в районе Северного полюса. Он представляет собой архипелаг из островов, разделенных полноводными реками. В самом центре расположена гора. По преданиям, прапредки индоевропейских народов жили у горы Меру. Откуда на карте взялась эта суша? Ведь в средние века о полярной Арктике еще ничего не было известно. Есть основания полагать, что в руках у Меркатора имелась какая-то древняя карта, о которой он обмолвился в одном из своих писем в 1580 году. И на той карте Северный океан был свободен ото льда, а в его центре располагался материк. Меркатор просто учел это обстоятельство. Современные находки археологов доказывают, Гиперборея существовала 15-20 тысяч лет назад. Это была высокоразвитая цивилизация, имевшая в своем арсенале летательные аппараты. Описание контактов с небесными пришельцами есть в священных книгах многих народов. В эпосе говорится о чудесных ноу-хау гиперборейцев. В надежде получить одно из них, эликсир молодости, Екатерина Великая в 1764 году с помощью Ломоносова организовала две экспедиции к Северному полюсу на Шпицберген. В 1922 году ВЧК и лично Дзержинский тоже предприняли попытку поиска Гипербореи. Их интересовал секрет абсолютного оружия по силе, схожего с ядерным. Экспедиция под руководством Александра Барченко искала именно его. Местом поиска стали Арктические острова, таинственные исчезающие земли на всей гиперборейской периферии, от Кольского полуострова до Чукотки. Возле священного Сейд-озера исследователи увидели начертанную на скале гигантскую черную фигуру человека, обнаружили прямоугольно обтесанные гранитные глыбы, на вершинах гор и в болотах – пирамиды. Нашли вымощенные участки, как будто остатки древней дороги. И, наконец, участники экспедиции наткнулись на необычный лаз, уводящий в глубины земли. Но спуститься туда никто не решился. Их обуял внезапный страх. Позже в этих местах были найдены остатки фундаментов – геометрически правильные блоки, перевернутые колонны. Видно, что раньше на севере повсюду существовали мощные каменные сооружения, сложенные из камней пирамидальные столбы гурий.
Они напоминают лапландские сейды – культовые сооружения из камней, которым издревле поклонялись Саам и Лапари. Считается, что их ставили на видных местах в качестве маяков, чтобы можно было хорошо ориентироваться на местности. Экспертиза образцов, отколотых от каменных блоков, показала, что они имеют техногенное происхождение, а их возраст – около 10 тысяч лет до нашей эры. В 1982 году археолог Юрий Мачанов на берегу реки Лены открыл древнюю стоянку Деринг-Юрях. Там были найдены уникальные орудия труда. Возраст находок, установленный археологами, не менее 2,5 миллионов лет. А это на несколько сотен тысяч лет моложе любой африканской стоянки. Естественно, такая хронология вступает в противоречие с гипотезой тропического происхождения человека и становится дополнительным аргументом в пользу концепции о его полярной прародине. Сведения о подобных находках замалчиваются, если возраст найденных останков не вписывается в принятую дарвинистами шкалу или противоречит гипотезе происхождения человека из Африки и его дальнейшего расселения по другим континентам. Сегодня в поиске загадочной гипербореи заняты ученые всех областей – от физиков и историков до археологов и лингвистов. Накоплен огромный фактический материал, который свидетельствует о том, что много тысячелетий назад на Кольском полуострове существовала высокоразвитая цивилизация наших предков. Мигрируя, они переносили свои высокие строительные технологии в южные пределы мира. Так появились пирамиды и мегалитические храмы в Египте, Малой Азии, на Мальте, у кельтов, этрусков и шумеров. На юге древние постройки сохранились до наших дней гораздо лучше, чем древние строения Кольского полуострова, только потому, что на севере они строились гораздо раньше во времени. Таково мнение исследователей Гипербореи.